нашего города и района получат паспорта. И сегодня также я знаю, что на этом торжественном мероприятии присутствуют лучшие ученики нашего города. Хочу также поздравить вас с вашими успехами. Хочу поблагодарить вас за то, что вы, показывая и достигая определенных результатов, лучших результатов, прославляете свой город, свою школу, своих родителей, своих педагогов. Не останавливайтесь на достигнутом. Занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, стремитесь к знаниям, не бойтесь трудностей, и все у вас в жизни получится.